Не обратил внимания на нарушение правил со стороны Самарта. Сейчас арбитр. Кто-то, кроме Ангва, сегодня способен быть причастен к забитому мячу? Как выясняется, да. Махмудову дали поразить ворота. С передачи Ильи Максимова. 5 из свободной точки в центре штрафной площади. Побежал куда-то Тимошкин. Ну а как ему было не побежать? Там не было никого, чтобы прикрыть Максимова. Но если Тимошкин убегает туда, то Махмудов остается один. Вроде бы в равных составах игра. А Нальчику все время кого-то не хватает.